Лето – пора отдыха и шашлыков. Многие выезжают за город. Но не все знают, что в жаркий период нужно быть особенно внимательными. Разжигать огонь в специально установленных местах, топить баню под присмотром и всегда тщательно тушить окурки сигарет. В Сарове установлен 4-й класс пожароопасности. Спасатели рекомендуют горожанам не посещать леса и тем более не разжигать там костры. У нас проводятся выходные, праздники, ну и по будням рейды совместно с другими силовыми структурами, которые выявляют вот как раз нарушителей. Штрафы сейчас большие, вот, не нужно портить отдых себе и, так скажем, финансовое положение свое. Вот, штрафы в пожароопасный период от 10 тысяч до 20 тысяч на граждан, на юридических лиц еще больше. После отдыха на природе необходимо убрать за собой мусор. Он может загореться от воздействия солнечных лучей. Разводить костер можно только на своих участках и на тех территориях, которые не граничат с сельскохозяйственными землями. Пищу приготавливать можно, но нужно это делать аккуратно и безопасно. То есть, если это частное домовладение, соблюдать определенные расстояния до жилых строений, зданий и так далее, смотреть, чтобы ветром угли никуда у нас не разлетались. Что касаемо природы, то, соответственно, если это происходит на природе, соответственно, там должны быть все меры предосторожности. Сотрудники МЧС рекомендуют саровчанам быть бдительными в жаркую погоду и напоминать, что возгорание может произойти за секунду. От нас с вами зависит благополучие города. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.